Москва, 5 июня, РИА Новости. Монархическая партия выдвинет основателя и председателя партии, экс-кандидата в президенты России, миллиардера Антона Бакова кандидатом в губернаторы Московской области 13 июня. Баков ранее заявил РИА Новости, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы и выборах губернатора Московской области, сообщив, что партия ведет активные консультации по данным вопросам. 13 июня пройдет заседание местного отделения партии по выдвижению, сказал Баков РИА Новости во вторник. В декабре прошлого года Баков выдвинул свою кандидатуру на выборы президента России. ЦИК РФ разрешил политику открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, начать агитацию и сбор подписей в поддержку своего выдвижения на пост главы государства. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных кандидата по финансовым вопросам. Баков собрал все необходимые подписи для регистрации кандидатом в президенты РФ, но позднее заявил, что вынужден снять свою кандидатуру в соответствии с заключением юристов о том, что признание Республики Гамбия, созданной им Романовской империей первым суверенным государством, по их мнению, автоматически наделило его вторым гражданством, что, согласно пункту 5.1 статьи 3 о выборах президента Российской Федерации, делает невозможным избрание политика президентом. Также в минувшем декабре Баков сообщил, что его Романовская империя и Республика Гамбия подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве. Баков заявлял, что после ратификации меморандума в территориальных водах Гамбии планируется начать возведение искусственных островов площадью 10 квадратных километров. Однако позже власти африканского государства опровергли информацию о подписании меморандума. В заявлении на сайте президента Гамбии говорилось, что соответствующий документ, опубликованный 11 декабря радиостанцией Radio New Zealand, является подложным. Решетка Антон Баков, решетка монархическая партия, решетка Подмосковье.